78 свидетелей, один из них спикер Верховной Рады Андрей Парубей, убеждали суд в непричастности Александра Ефремова к госизмене. Второй человек в государстве дал полностью оправдывающие показания в деле бывшего народного депутата. Адвокаты убеждают, что при таких показаниях сомневаются в непричастности Ефремова, нет никаких оснований и требуют честного судебного процесса. Напомню, накануне во время судебного заседания по видеосвязи Андрей Парубей заявил, что во время поездки в Луганск в 2014 году он не виделся и не общался с Александром Ефремовым. Я могу совершенно ответственно заявить о том, что счет по допрошенным свидетелям 78-0 в пользу свидетелей защиты. Ни один из свидетелей, включая вчерашнего допрошенного спикера парламента, не показал ничего о причастности Александра Сергеевича Ефремова к тем преступлениям, которые ему инкриминируют. И мы по всем пяти пунктам обвинения задаем вопрос. Знаете, что говорят свидетели на эти вопросы? Ничего не известно. О конкретных обстоятельствах, что он кому-то позвонил, он что-то сделал, он куда-то поехал, он что-то подписал, он принял участие и так далее. Тогда, то есть фактические действия, вот что он совершил, никто ни о чем не говорит.